Я могу связать тебя с другими людьми, выполняющими контракт в этой области, чтобы вы могли вместе выкрасть эти данные. Разумеется, если наши помощники их получат, адекватный ответ не заставит себя долго ждать. Если что, службы экстренной помощи наготове. В Сент-Панкрасе нам удалось добыть кучу инфы. Маршруты Альбиона, информаторы, снаряга. Помешаем Альбиону и дадим людям причину восстать. И с каждым разом число наших союзников будет расти. Покажем лондонцам, что Дедсек — их друзья. Если привлечь в Дедсек кого-то из Альбиона, у нас появится доступ в кучу запретных зон. Я помню, Бегли. Можешь отследить сигнал? По тебе видно, что Лондон тебе не безразличен. Не стану сидеть на жопе, пока они похищают людей. Нужно это обдумать. И торопиться не стоит. Как-то ты слишком к ним добр. Они столько херни сделали. В жопу их. Не боишься, что он позвонит куда-нибудь и тебя просто кончат? Альбион был бы не нужен, если бы полиция справлялась со своей работой, а они не справляются. Теракт на ТНМ – прекрасный тому пример. Ленивые копы, которые должны были стоять у руля, прозевали момент. Слава богу. Еле выбралась из той дырищи. А потом со мной голосовой помощник сконтачился. Такое хамло, жесть. И все было как не в реале. Но все же в реале, да? Лукас, я знаю, что ты все время думаешь о наших предках, которые спасли Лондон от тамплиеров. И считаешь, что мы тоже так можем. Но ты кое-что упускаешь. Им помогала целая банда. И еще один ассасин. Мы здесь не для того, чтобы убить Мэри Келли. Наша задача — выяснить, какие данные хранятся на запоминающем устройстве и что она задумала на самом деле. Это единственный способ остановить ее и спасти людей, которых она похищает. Приветик. Похоже, я тоже размякла. Вдруг захотелось сказать, что вы молодцы. Рада, что могу вам доверять. Можете и дальше брать контракты через хабы 404. Я где-то рядом. Тоже воюю. Свидимся на поле боя. У нас всегда был план, как решить проблему. С помощью роботов-полицейских или роботов, обогащающих почву. Общество для него лишь неполадка. А люди просто баги в программе. Либо обходишь их, либо фиксишь. Он повел себя в Лондоне, как на вражеской территории. Связался с местными повстанцами и использует их. Что ж, вот что мы сделаем. Перебросьте все ресурсы на Дедсек. Если долго трясти это дерево, Малик на нем не усидит. В награду за участие в этом эксперименте я продлеваю тебе стипендию семьи Ларсон еще на 2 года. Но, джентльмены, раз уж мы все уладили, я предлагаю вам забрать свои вещи и уйти. Какого хрена? Работай, говна кусок! А, так вы теперь крутые! Ладно, давай! Люди из этих досье связаны, но не обязательно замешаны в этом деле. Мой опыт разведчика поможет мне отделить зерна от плевел. Когда найду что-то ценное, выйду на связь. Предложенных мер недостаточно. Полностью оцепите периметр. Выставьте снайперов на крыше. Их должно быть видно. Пусть злоумышленники задумаются. Без тщательного обыска не впускать никого. Да, вроде того. Джексон звонил мне, сказал, что со мной хочет встретиться Эйден Пирс. Я думала, он шутит, но ты... ты и правда пришел. Лис ищет что-то конкретное? Еще одна победа над терроризмом. Альбион нейтрализовал, то есть, если вы вдруг не в курсе их фашистской терминологии, убил нелегального иммигранта, связанного, внимание, с Дедсек. Опять Дедсек. Я ищу человека, который недавно закупил гору компонентов для бомб. Даже у подпольных торговцев должны быть записи. Если сравню эти записи со списком самых разыскиваемых преступников, смогу сузить круг подозреваемых. Он меня не слышит. Ощущение, будто он застыл. Или застрял. Застрял, делая одно и то же снова и снова. Вся эта кровь на его руках. Эйден в ловушке. Нужно как-то его остановить. О боже, наш дом похож на место преступления. Что за херня тут случилась? Не, думаю, я еще позависаю в Лондоне. Улажу кое-какие дела. И надо бы позвонить Маркусу. Сделаю селфач на фоне Биг Бена и скину ему. Или... может заглянуть в Букингемский дворец и украсть рулон королевской туалетки? Будет ему сувенир. Почти все считают, что ужасы, произошедшие в Чикаго, были обычными бандитскими разборками. И решающую роль в них сыграл некто по прозвищу Лис. Что ж, я познакомился с тобой и верю в эту историю.